В Луговском закончат реконструкцию школы к сентябрю следующего года. Об этом стало известно во время виртуальной инспекции социально важных строек округа. Ее провел заместитель губернатора Югры Дмитрий Шиповал в режиме видеоконференц-связи. Отмечу, часть школы в Луговском решили преобразовать в детский сад. На сегодняшний день строители немного отстают от графика, но, как уверяет глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин, это не повлияет на срок сдачи объекта. Уже традиционно на рабочем совещании обсудили ход строительства инженерных сетей. Инженерная подготовка – это третий этап для обеспечения жилищного строительства, реализации жилищных программ на территории автономного округа. Все объекты имеют высокое социальное значение. Также перед заместителем губернатора отчитались по поводу строительства медучреждений в поселке Таллинка Октябрьского района. Там возводят участковую больницу на 25 мест и поликлинику на 85 посещений в смену. Готовность этого объекта достигает 93%. Уже в декабре больницы с поликлиникой будут сданы в эксплуатацию.